сожалению, я был два раза раненый. В 18 году я был смертельно раненый. Мне пуля попала в пах. Я 17 минут был в клинической смерти. И полностью, у меня полностью потеря крови была, полностью. У меня таз полностью перебитый, снайпер. Ага. И видите как, живой, здоровый. И я к тому говорю, что смерть приходит там, где ты ее не ждешь. На войне не бывает тихо и спокойно, и безопасно. Да, понял. Война это уже есть плохо. Tensions in Ukraine are escalating. I'm visiting frontline positions around the coastal city of Mariupol in the east, where war has raged since the Russian invasion of 2014. My first stop is Shirokina, a war-torn former resort town on the edge of the Sea of Azov. This used to be a rather beautiful tourist area. The beach in front of me is heavily mined. It's not possible to swim. It's just a reminder of really the kind of cost of war here. I mean, this place is, it's a resort of ghosts. Это было место, эти дома, это было как для туристов. Это да, это было туристическое местечко. Ну, можно представить, что раньше это было, ну, очень привлекательное место. Да, 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 очень было. Местные говорили, очень было красивое. Красивое, и сюда, да? Много кто приезжал, здесь было очень хорошо, ага, отдыхать. И вот в этих боях, это все, что осталось. Результаты боев тяжелых. Это было для маленьких или взрослых? От маленьких 10 классов до 16 лет. What happened here? Что случилось? Противник был в селе, наше село отбивали, здесь была оборона. Когда они отходили, они заминировали классы. Ну почему они отступили в 16? Наши наступали. Ага. Да. По страшниками. 2011 год, третий класс, видите? Они оба языки просто учили, да, учили. И русский, и украинский. Да, да. Я всем говорю, вот это лицо России, видите? Учились дети, у детей это отобрать, из-за чего? Mm. Ну какая может быть причина? Это только больной человек может такое делать. Вы боитесь, что станет сейчас хуже? Ну смотрите, хуже, чем война, уже нету. А чем опасна гибридная война? Она опасна тем, что, опять же, людям рассказывают одно. Мы там пришли спасать русскоязычных. Ну вот это разве спасение русскоязычных? Это война, это убийство, понимаете? Вот это гибридная война. Ну вот вам результат. Они пришли убивать. A rather strange scene greets me at the military aerodrome outside Mariupol, where troops are gathered to defend the city from a potential Russian attack. So there's a play going on at the moment for the troops here at the aerodrome in Mariupol. The guy in the red is Putin with a crown. I don't quite know who that is. And the people with the flags are Western powers threatening sanctions. It's a kind of modern parable of what's going on here geopolitically, being played out in a Soviet-built aerodrome on the front line with Russia. You had Putin wearing yes, a red cloak. Putin, we have soldier, yeah. Ukrainian, separatist. Separatists. So you had separatists there as yes, well. Yes, we yeah. have as well. And in our performance, we killed Putin. I saw he was yes. he was chased away by devil, yeah. right? There's by the devil kind and of by kicked death. Him. I play death, death, yes, but I'm very good one because I kill Putin. Okay. That's why everyone liked me. Ташечка летала, нам звезду принесла, щоб країна не пропала, Україна воскресла. Ukraine's depleted navy keeps watch over the sea, where the Russian fleet lies in wait. Aboard the aging command ship Donbass, the crew are up front about their lack of naval strength.
Ну, размер флот украинский сейчас в Мариуполе. Сколько кораблей или это все перед вами. Скажем, есть. Все. Что я вижу, да? Это очевидно всем, да, что это не огромный сейчас. Это не огромный, да, флот. Отсюда видно ночью, огни есть. 50 километров есть Россия. Can you see Russian warships? Они находятся за горизонтом рядом. Один стоит за теми кранами. Еще один стоит чуть левее, ближе к российскому берегу, как правило, маленький. Еще один всегда стоит возле Бердянска. Путин сказал или написал даже статью недавно, что Украина и Россия один народ. Он подтвердил. Правда ли это? С каких пор слова Путина считаются честными? Путин говорил, что российских войск в Крыму нету. Путин говорит, что российских войск на Донбассе нету. Путин много чего говорит. Что будет? Везми сейчас смотрит на Украину. И Украина в любом случае будет бороться за свою независимость, за свои территории. С помощью Европы или без нее у нас в любом варианте нет выхода. У нас другого выбора нет. Слава Украине! Героям слава! Despite the patriotism and defiance on display, the Ukrainian army is outgunned and outnumbered should a Russian invasion occur. But morale is high. The soldiers are ready to fight. There is no doubt Vladimir Putin's forces would meet resistance, including from civilians. Ukrainians say they're determined to defend their home.